Приходит мужик в бар, сел, и бармен говорит, 4 по 100. Тот. Налил ему тот, бах, 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 подряд просто выпил. Говорит, повторись. Тот бармен, ну, понимаешь, что это очень, ну, тяжелая какая-то ситуация у него. Он еще наливает, говорит, может закусить. Он еще бах, бах, бах. Раз, сел, и такие слезы в глазах. Ну, работа бармена, клиента всегда поддержать, то есть, ну, как бы создать ему атмосферу. Он говорит, случилось. Он, да, случилось. Что? Он говорит, с женой поругался. Сказала, месяц не буду с тобой разговаривать. Он говорит, да, тяжелая, тяжелая ситуация. Как я тебя понимаю, это просто беда. Он говорит, да, да, сука, завтра последний день.